Стартом нового проекта «За дело» отметил свой 16-й день рождения Белорусский республиканский союз молодежи. Акция долговременная и пройдет во всех регионах страны. Основная цель – благоустройство и наведение порядка на своей малой родине. Так, на острове Комсомольцев в Минском парке Победы скоро появятся новые спортивные площадки. Сегодня начался монтаж волейбольных стоек. За год здесь планируют сделать и футбольное поле, установить сцену и дизайнерские скамейки. Архитектурный проект подготовили студенты БНТУ. Стать его участником может каждый, опубликовав в соцсетях фото на фоне своего объекта с хэштегом «За дело». Более того, БРСМ намерен провести значительное преобразование в организации. На данный момент мы вели внутренние какие-то преобразования, перенастраивались. Да? Мы хотим, чтобы 2019 год стал для нас знаковым. Мы хотим сделать, запустить ребрендинг нашей организации. Потому что, да, мы преемники комсомола, но мы должны быть дыханием молодежи, чувствовать это. И мы хотим, возможно, подумать над новым форматом, над новым названием. Новая трудовая акция «За дело» пройдет во всех областях Беларуси. Строительство открытых креативных пространств планируется завершить до 2020 года.